Всем привет! С вами ТВ-19 и рубрика «Их знают все». А мы его ведущие Раскатов Сергей и Коваленко Оля. Вчера, 28 октября, на свет появились такие известные люди, как Джулия Робертс и Билл Гейтс. О них мы сегодня и расскажем. Девочки, вы знаете, кто такая Джулия Робертс? Да, пошел. Дрессия, наверное, какая-то. Да, голливудская. А кто такой Билл Гейтс, знаете? Слышала, то ли тоже певец, то ли артист. Кто такая Джулия Робертс? Актриса. А кто такой Билл Гейтс? Основатель Microsoft. Основатель Windows и Билл Гейтс. Билл Гейтс, основатель Microsoft. Да. Джулия Робертс, актриса. Ты сказал основатель Windows. Кто такая Джулия Робертс? Даже не знаю. А кто это? Это актриса, да? Знаешь, кто такой Билл Гейтс? Да, знаю, он основал Microsoft. Эта женщина считается одной из самых высокооплачиваемых актрис в мире. На ее счету огромное количество сыгранных ролей и столько же наград. Она привлекательна и безумно красива. Мы говорим о Джулии Робертс. Родилась будущая актриса в США 28 октября 1967 года. Отец Джулии работал продавцом, параллельно занимался актерским мастерством, а также писал книги. Несмотря на то, что родители Джулии работали, этого не хватало для нормального существования семьи. Да и детей было трое, поэтому Джулия Робертс рано пошла работать. Сначала она была официанткой, а затем начала появляться в роли актрисы в местном театре. Джулия Робертс была очень привлекательной. Она даже побеждала на местных конкурсах красоты. Возможно, именно это сыграло решающую роль в том, что ее пригласили играть в кино. Джулия оказалась талантливой актрисой. Сегодня она обладательница 2 наград «Оскар». Кроме того, она считается самой дорогостоящей актрисой Голливуда. За одну роль она получает 25 миллионов долларов. Сейчас Джулия Робертс состоит в браке и воспитывает 3 детей. Также она активно занимается благотворительностью. Следующий человек, о котором мы вам сегодня расскажем, является иконой 21 века. Его знает каждый. Билл Гейтс, основатель Microsoft, крупнейшей в мире корпорации по производству программного обеспечения, вчера отмечал день рождения. Билл Гейтс родился 28 октября 1955 года в Сиэтле. Окончил престижную школу, имея особые успехи в математических дисциплинах. В 1974 году, во время учебы в Гарвардском университете, Билл узнал о том, что создан первый в мире персональный компьютер. Он понял, что пришло его время. Вместе с Полом Алленом он решил написать для этого компьютера такую программу, которую могли бы использовать не только специалисты, но и обычные люди. Сотрудничество, основанное ими компанией Microsoft с корпорацией IBM, позволило Билл Гейтсу совершить настоящий переворот в компьютерном бизнесе и стало началом истинного могущества его компании. Сейчас Билл Гейтс является самым известным миллиардером в мире. Он успешный предприниматель, щедрый меценат и любящий семьянин. Билл и его жена Мелинда воспитывают 3 детей. Билл Гейтс пишет книги, и его работа всегда пользуется невероятным успехом среди читателей всего мира. На сегодня все. С вами был ТВ-19 и ее ведущий Коваленко Оля и Раскатов Сергей. До новых встреч!